Теперь рассмотрим цикаду Фарфала. Конструктивно это обычная классическая цикада. Однако цикадам Фарфала присущи несколько конструктивных особенностей, которых нет у других цикад подобного вида. Данная цикада, как и цикада CyberVibe, имеет совершенно прямое тело. Однако на нем есть 6 высечек полусфер. Данные высечки полусферы заставляют приманку играть на сравнительно малой скорости проводки. Кроме того, за счет отверстий через тело цикады проходит вода и создается дополнительная турбулентность. Основная огрузка расположена в нижней части цикады и выглядит как тело насекомого. Цикада оснащена двойниками, расположенными жалом вверх. Эта компоновка позволяет не только снизить количество зацепов, но и одновременно хорошо засекать рыбу. Фарфала отлично играет на обычной равномерной проводке. Она создает сильную вибрацию и при этом колеблется со значительной амплитудой. Очень полезно на проводке эту приманку периодически поддергивать. Хороша она и на волнообразной проводке. Цикады Фарфала имеют разнообразные варианты расцветок в натуральных и флуоресцентных тонах. Цикада Фарфала, так же как и CyberVibe, позволяет очень эффективно ловить рыбу не только по открытой воде, но и зимой. При этом приманку необходимо проводить широкими подтяжками с вибрацией вверх и на натянутой леске опускать вниз. И после этого делать коротенькие подбросики, при которых цикада играет практически на одном месте, но очень эффективно. На данные цикады отлично ловится любая хищная рыба в период ее высокой активности. Особенно неравнодушен к фарфалле судак и окунь.